Здравствуйте. Да, я с вами. Здравствуйте. Включил видео, видно, слышно. Благодарю. Спасибо большое. Я хочу поделиться экраном. У меня возникает сообщение, что пока кто-то делится экраном, я это сделать не могу. Вот так. Отлично. Теперь могу. Да. Уважаемые коллеги, прежде всего я хотела бы поприветствовать всех участников форума. Сожалею, что я не нахожусь с вами в прекрасной стране, в гостеприимной, теплой, солнечной в Кыргызстане. Благодарность организаторам и, конечно же, благодарность региональному отделению Международного союза электросвязи в лице руководителей Натальи Вячеславовны. Большое спасибо вам за приглашение, за возможность представить наш университет на форуме по цифровой трансформации. Я бы также хотела представить свою команду, с которой я сейчас нахожусь здесь, знаю об ограничении во времени, и со мной сейчас здесь же в чате находится представитель кафедры сетей связи и передачи данных Омар Мутхана. Он сразу же после меня содержательно, нагруженно представит, в общем-то, позицию нашего университета по конкретной работе, по работе с подготовкой вкладов. И вот та самая научная деятельность, которую ведет наш университет, будет раскрыта именно в его сообщении. И я хотела бы также представить мою коллегу, начальника отдела международного сотрудничества, управления международного сотрудничества Александру Соловьеву, с которой мы, собственно, продолжаем работать 2023 года. Как, может быть, коллеги знают, в нашем университете сменилось руководство, сменилась команда, но мы все работали так или иначе в нашем университете некоторое время назад, поэтому все, что я буду говорить, относится не к моему личному опыту, а к всеобщему опыту нашей команды университета телекоммуникаций и, конечно же, тех коллег, которые работают на научном поприще. Как известно, и хотелось бы особенно это подчеркнуть, университет телекоммуникаций Гунчугуревича, опорный цифровой вуз северо-западного региона Российской Федерации, профильный центр подготовки специалистов в области связи и телекоммуникации IT, центр компетенции в сфере систем связи, беспилотных систем, информационной безопасности, искусственного интеллекта, ну и ведущий научно-технический центр России в области связи и радиотехники, в общем-то, где сосредоточено 1/5 всего научного потенциала России в области связи. И мы являемся с 2012 года, ну, следующий слайд я переключаю, с 2012 года мы являемся академическим членом Международного союза электросвязи. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что вот одним, как известно, наверное, да, одним из главных принципов в работе союза является сотрудничество между правительствами и частным сектором, а вот членство академическими организациями в Союзе началось именно с 2011 года. И очень отрадно, что вот наш ВУЗ на множественных мероприятиях был фактически единственным российским представителем академического сообщества, который активно представляет Россию, российский вклад и старается объединить в том числе представителей Содружества независимых государств, о чем я вот скажу чуть-чуть позже, делясь, собственно, практической деятельностью для молодежи, поскольку в основную компетенцию мою входит работа с молодежью, как проектор по молодежной политике и международному сотрудничеству. Основная позиция нашего руководства заключается именно в том, что вот молодежь является драйвером, да, подобных изменений. И, конечно же, с помощью международного участия мы имеем возможность развивать это самое международное сотрудничество, становясь, в общем-то, мягкой силой и поддерживая статус соответствующего технического высшего учебного заведения, который
имеет все возможности в развитии подобных связей. В нашем университете обучается порядка 14 тысяч студентов, и это включая не только высшее образование, но и среднеспециальное образование. Есть колледжи в Архангельске, в Смоленске и в Санкт-Петербурге, и, соответственно, есть возможность пробегать и представлять образовательные программы для вот, различных уровней высшего образования. Наш университет также является учредителем международного форума президентов университетов, который занимается подготовкой специалистов в ИКТ. Ну и вот на данном слайде вы видите Хамадуна Туре, который два срока подряд до 2014 года возглавлял Международный союз электросвязи. Он является нашим выпускником. И несколько фотографий как раз с его визита в родной Армении. Также международный ВМС, наш университет, активнейшим образом работает в исследовательских комиссиях 11, 13, 16 и 20, и являлись председателями не один год 20 исследовательской комиссии. Ну вот несколько мероприятий, которые мы... Да, конечно, конечно, конечно. Я могу продемонстрировать несколько буквально мероприятий по визитам наших коллег и представительства руководства Международного союза электросвязи, вот конференция «Международная калейдоскоп», которая проходила у нас в 2014 году. После этого ну, вот Чхе Супри здесь представлял, также приезжал с соответствующей программой в наш университет. Пулин Джао приезжал в наш университет, Инджу Ким также, проводя впоследствии одну из интереснейших образовательных площадок как раз для развития связей с академическими организациями, также посещала наш университет. Ну и вот я бы хотела непосредственно рассказать о практике, замечательной практике международной молодежной модели МСЦ, который проходил в 2022 году в нашем университете. В общем-то, это уникальная история, и она фактически транслирует некое моделирование работы Организации Объединенных Наций в целом, да, только вот на примере Международного союза электросвязи, где представлены молодые студенты ведущих вузов, были в нашем случае Петербург и ближнего зарубежья. Помимо петербургских вузов, это был университет Инха, Республика Узбекистан, и Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Али Хорезми. Это был такой новый формат для вот нашего региона, мероприятие для начинающих специалистов, цель мероприятия — формирование у молодежи как раз глубокого понимания деятельности и перспектив развития отрасли информационных и телекоммуникационных технологий. И, собственно, данная концепция, она была представлена, защищена на конкурсе лидера международного сотрудничества и на международном форуме Евразия Глобал, получив положительные отзывы экспертов. Экспертами мероприятия выступили как раз руководители регионального офиса МСЭ по взаимодействию со странами СНГ, Российский научно-исследовательский институт радио и, конечно же, профессора нашего университета, прежде всего, кафедры сетей связи и передачи данных. Программа включала, вот программа молодежной модели включала знакомство с историей структуры деятельности МСЭ, лекции, мастер-классы ведущих экспертов для студентов. И центральным событием стало моделирование заседания исследовательской комиссии 16-й, в рамках которой ребята как раз смогли попробовать, что значит разработать вклад, как его защитить. И вот подобная командная работа, моделирование исследовательской комиссии являлась по отзывам участников чрезвычайно полезной для представительства соответствующего опыта в крупнейшей международной организации. Надо сказать, что идея подобной модели, она может быть перенесена и в вузы-партнеры, проводиться на различных площадках. На наш взгляд, это очень полезная и важная история именно вовлечение молодежи в культуру дипломатии
и такой телеком дипломатии, да? То есть, может быть, многие ребята с техническим образованием нуждаются буквально в развитии soft skills для того, чтобы понимать, каким образом общаться, как представлять, как защищать, как говорить, какую лексику специфическую использовать. И вот это все было представлено в том числе на нашей модели студенческой. Здесь крайне велико значение вот той самой дипломатической подготовки, а не только технической, потому что сомнений в том, что именно наиболее продвинутые, подготовленные ребята попали на эту модель, потому что проводился предварительный отбор, здесь сомнений как раз нет. Но, как я уже сказала, есть довольно много соответствующих ограничений, которые не должны быть таковыми для молодых технократов. И хотелось бы поделиться очень коротко опытом проведения вот в нынешнем году, также при поддержке регионального отделения Международного союза, мы попробовали с нашими студентами провести тренинги по стартап-проектам в телеком-индустрии. Это было вот в марте этого года. Тоже очень позитивный опыт, благодарность наших ребят, которые попробовали. Послушав теорию, они как раз попробовали за ограниченное количество времени сгенерировать проекты, идею, построить бизнес-модель стартапа и участвовали в питчинге. И вот некоторые номинации я просто назову, например, лучший проект в области устойчивого развития, самая масштабируемая идея, лучший наукоемкий инновационный проект, лучший инвестиционный проект и так далее. Именно в этих номинациях наши ребята лучшим образом себя проявили. И благодарю вас за внимание. Не хочу отнимать время именно от научного представленности нашего университета. И хотела бы передать слово Амару Мудхане, моему коллеге, почти доктору технических наук, доценту кафедры сетей связи и передачи данных нашего университета. Я могу это сделать, да? Надеюсь, я. Да. Спасибо большое. Да, 5 минут, конечно, да. Амар, я знаю, что. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я постараюсь очень кратко. Видно, да, слайды? Да. Я кратко про наш опыт. Сейчас экран. Про стандартизацию сетях связи, наука, инновации, стандарты. Я кратко вначале расскажу про наши команды, работы, про лаборатории, которые у нас есть, лабораторная база, а дальше про стандарты и виды мероприятий, куда мы участвуем. Я из школы профессора Андрея Евгеньевича Кучерявого. Он являлся председателем 11-й комиссии. На нашей кафедре очень много аспирантов, активно участвуем зарубежьем. Есть свои конференции, которые мы организуем. Также очень большой опыт работы по стандартизации международной сети связи. Есть очень много лабораторные для исследований. Одна из них является Мегалитин. Данные лаборатории недавно открыли. Есть 5 докторов наук, 6 кандидатов, есть постградовый студент, магистры и бакалавры. По структуре данной лаборатории есть основное ядро сети, но это как согласно международной стандартизации, мы
как сегмент сетей поколения. И у нас в ядру сети есть программная фигурами сети, виртуализация всех функций и мультиконтрольные сети с помощью на основе программных фигурных сетей. Второй сегмент – это роботизированные инфраструктуры. Там есть про роботы-гуманоиды, роевый интеллект роботов, тактильный интернет и интернет вещей. Второй сегмент – это телеприсутствие довольно виртуальной реальности, потом граничные туманные вычисления, электронные здоровья, электронная медицина и сверхплотные сети 3D, ну там с помощью фрактальной сети и сверхплотные 3D сети, и роботы, индустриальными роботами. Тут сегмент, дальше сегмент с базовой станцией, радио часть и высокоскоростные транспортные сети DWDM, а еще есть сегмент с миллиметровой диапазоне, и последний сегмент с исследованием и тестированием новых протоколов на базе сетевого кодирования. В каждом сегменте были подготовленный и стандарт и так далее. Здесь кратко я пройду. Да. Здесь примерно про наши исследования. Я быстро пройду. Наши конференции, которые мы организуем в активности Сервегуд в стандартизации, участвуют в подготовке кандидатов 11 комиссий, 20, 13, 16 комиссий, а также Focus Group Autonomous Network. Были тоже активности в челлендж, конкурс, там для студентов организовали конкурс I for Good, и я являюсь экспертом этого челленджа. Здесь мы организовали на базе Панша 2 года подряд. Также, как результат, был и там тоже наша команда участвует в этой спецификации. Тут кратко я пройду по драфт-рекомендации, которые от Российской Федерации. Здесь я их просто вычислил. И по подготовке протоколов есть вот такие стандарты. Проект стандарт, ну, недавно репорт был подтвержден. Ну, все были... Это из последних стандартов, которые в 2023 год докладываются, и это тоже на 11 комиссии стандарт по межсетевой коммуникации для программных фигурирований. Я старался кратко, извините, там по времени. Это кратко про наши активности в стандартизации и участии в международных языковых связях. Если есть подробности...
Благодарю вас за вопрос. Да, такой курс университета, несомненно, есть. Действительно, соответствующие изменения, которые произошли в 2023 году, это обыкновенная перестройка, опыт аккумулируемый, опыт продолжаемый, и более того, мы хотели бы это развивать и превратить это в некоторую такую дипломатическую телеком-академию, сделать серию подобных мероприятий, ну и, безусловно, дальше продолжать работать с молодежью для передачи им опыта представления своей страны, своей национальной команды в международной организации и подготовке соответствующих вкладов. Спасибо.